Всем добрый день, меня зовут Имран, я агент по недвижимости в Калининграде. Дайджест о том, что происходит на рынке недвижимости на данный момент, это 12 октября 2022 года. Сейчас продолжается тенденция на снижение цен на вторичное жилье. Первичка начала небольшое снижение, есть такой тоже момент, стоит его отметить. По-прежнему покупают жилье в основном вторичку и берут в основном то, что стоит очень дешево и в хорошем состоянии. Это хороший ремонт, это автономка, это удобные популярные локации. Есть категория покупателей, которые сейчас пока находятся в режиме ожидания, таких много. Они ожидают еще большего снижения цен, но предела, до которого они опустятся, конечно же, никакого нет. И, как я уже говорил ранее в предыдущих видео, дно будет достигнуто тогда, когда на следующий день скажут, что вчера было дно. Поэтому учитывать нужно и этот фактор, и опять же, надо брать во внимание то, что те варианты, которые вы сейчас решили пока отложить в сторону для того, чтобы подождать большего снижения, будут куплены к тому моменту, когда вы созреете. Вдобавок к этому стоит отметить про ипотеку, потому что она начала дорожать. Ставки некоторых банков уже поднялись до 14% годовых, часть банков еще держится на прежнем уровне, но это ненадолго. Ждем очередного заседания от Центробанка, где будет пересмотр ключевых ставки рефинансирования. Какова она будет в новых реалиях, пока остается только догадываться, но есть прогнозы о том, что она может быть легко повышена. Поэтому, что будет потом с ипотекой, она, скорее всего, очевидно и предсказуемо будет тоже дорожать. Это приведет, в свою очередь, к, опять же, определенному уменьшению числа покупателей. Новые вопросы задавайте в директ, пишите, звоните, с удовольствием помогу и отвечу. Мой сайт realtor.kaliningrad.ru также по-прежнему доступен. Заходите туда, смотрите новости, знакомьтесь и, собственно, продавайте недвижимость с профессионалами.